сегодня поздравить Оренбургский госуниверситет. Они буквально 2 недели назад вошли в программу «Приоритет 2030». Это первая такая большая победа. Поэтому, уж точно вместе начинаем сейчас большую длинную работу по улучшению нашей экономической и образовательной ситуации. Очень хотелось бы иметь общую связь с предприятиями. Раз хотя бы в год, чтобы профильных педагогов наших, кто эти проблематики мы собрали бы, дали бы транспорт, они приехали, поговорили бы с вашими специалистами.